Так, это у нас 14 августа 2018 год, Харьков, 9.04 по Киеву. Один из лучших в Украине памятников Шевченко, если не лучший. В саду Шевченко лютая реконструкция. Закрыли практически все. Даже пешеходная дорожка вдоль Сумской закрыта. Фонтан закрыт. Причем даже не в смысле струи, а просто подхода к нему. Здесь у нас один желто-блакитный предбанник. И там он, видно, тоже работает. Люди садят цветы по клумбам. По клумбам запрещено ходить в кроссовках Nike почему-то. Почему такая дискредитация конкретно фирмы Nike, непонятно. Но по факту. Лады. Да, там что-то грандиозное, конечно. Строительная техника такая не из малогабаритных. И сегодня у нас 14 августа, то бишь до Дня города осталось 9 дней. Неужели это все успеют закончить к Дню города? А хотелось бы как бы. До Дня города, до Дня независимости через 10 дней. А вот еще не только Nike. Памятник Бекетову. Да, а вот это у нас нововведение, ради которого я, собственно, камеру-то и взял. А это что такое? Нельзя притягивать предметы, ну, в общем. Не суть. Вот. Кстати, уже за одним разом и 50-я параллель попалась. И таким образом проходит 50-я параллель северной широты через город Харьков, практически перпендикулярно Сумской. А это герб города Харьков. Плашмя. Рог изобилия и кадуция, или кадут, кадуцей, вот ударение не знаю как. В общем, жезл Гермеса, бога торговли и, между прочим, плутовства. Ух ты, да там натуральный натюрморт. Натуральный натюрморт, немножко тавтология. Видеоряд. Ну, выглядит аппетитно. И натурально так вообще, честно говоря.
как же его только очищать от всяких атмосферных загрязнений. Да, на двуглавого орла я насмотрелся, а двуглавой змеи еще не видел. Но это две змеи, да? Красота вообще. А вон там у нас памятник вечеру пятницы. Так, 14 августа 2018 год, Харьков. Надо звонить куму, поздравлять с днем рождения. Сегодня Спас. Какой-то там Спас. Евгений Быков. Осталось зеркальную струю снять. Памятник Шевченко – это у нас один из символов официальных Харькова. Оперный театр – это у нас один из официальных символов Харькова. И зеркальная струя – тоже символ Харькова. Мне будет просто даже интересно попасть сюда на день города, на день независимости Украины и посмотреть, успели ли они все сделать. Ну все.